Киеве половина второго дня, и на сегодняшний день это вторая воздушная тревога. Первая тревога у нас была в 7 утра, и в Украину прилетело порядка 41 военной цели, ракет, 21 из которых была сбита. Будьте обережны, друзья, обязательно в укрытие, берегите себя и своих детей. С Богом, до связи, до встречи.